Малые услуги, оказываемые вовремя, являются величайшими благодеяниями для тех, кто их получает. Эта демокритовская мудрость стала девизом большой благотворительной акции, которая сегодня прошла в торговом доме «Миллионный». Ее инициаторы – представители Белорусского общественного объединения демографической безопасности. Подключив к проведению мероприятия спонсоров, им удалось совместными усилиями собрать для мам-брещанок памятные подарки. В первую очередь, конечно, хочется в этот светлый, такой теплый день, день заботы, день материнства, повысить статус матери, показать, насколько это важно в обществе, говорить такое теплое слово «спасибо» матерям. И понимать, что самое дорогое, что они нам подарили, это жизнь. В этот раз в качестве подарка в комплекты детского постельного белья. Для мам, ставших участниками благотворительного марафона, такой сувенир будет весьма полезным. Очень приятно. Хочется сказать, что мамой быть – это хорошо. И, одновременно сложно и хорошо. Вот. Спасибо большое за подарок. Подарки получать всегда приятно, особенно в такой день предпраздничный, в преддверии Дня Матери. Это очень приятно. Большое спасибо за проведение таких акций. И я благодарна, что заботятся о молодых семьях и делают такие подарки, вносят вклад в развитие детей. Это очень приятно. Кроме того, в рамках акции прошла благотворительная ярмарка. Присоединиться к доброму делу мог любой желающий. Приобретая сувениры, предоставленные для ярмарки, брещане жертвовали средства на помощь нуждающимся. День матери – это праздник, ассоциирующийся у каждого из нас с теплотой, лаской, заботой, когда своим самым милым, любимым и дорогим мы говорим в первую очередь спасибо. Спасибо за жизнь.